Всем привет, с вами Оля. Baby Metal вновь у нас на канале. Благодаря донатикам от Лиз да Пёс. Целых два трека сегодня мы с вами посмотрим. А именно Brand New Day, что переводится совершенно новый день. И вторая песенка это From Dusk Till Dawn, то есть от заката до рассвета. Что ж, насколько я поняла, первый трек Brand New Day это у нас живое выступление. From Dusk Till Dawn это чисто музыка. Не будем долго медлить и как всегда... Поехали! Я думаю, стоит начать с живого выступления, а именно с песни Brand New Day. Все, я готова? Вы готовы? Поехали! Baby Metal! Так. Как же я их давно не видела. Музыка интересная такая. Так. О. Вау. У нас... Вау. Красивая музыка. Голос. Вау. Красивая хореография, я уже вижу. И вокал просто офигенный. О. Вау, классная музыка. То есть, помимо вокала, мне прям музыка нравится. Вау. Это что-то из разряда Кагеру. Потом, что мы еще смотрели, похоже. Но это новиночка, я думаю. Мне прям нравится, где она поет на английском. Вау. Крутая часть. Прям музыка мой стайл. Очень красиво. Само по себе выступление уже очень красивое. Ну, в смысле, и сцена, и выступление, и все, короче, все красивое. Завис. Step by step. Я прям кайфую от музыки на фоне. Ну, от голоса Су, конечно, тоже. Но мне прям нравится музыка. Так синхронно. Очень красиво. Вау. Очень крутой трек, на самом деле, очень крутой.
и чем-то даже отличается от предыдущих треков, которые мы с вами слушали. То есть, опять-таки, что-то новенькое от Baby Metal. Что ж, мне очень понравился трек, понравилась музыка на фоне прям очень. Ну и, в принципе, все в целом было очень круто. И танец, хореография, да, и голос Су, мне прям нравятся ее вот такие вот песни, где прям вокал полностью раскрывается. То есть не только те, которые с мощным припевом, например, «Папая», или Магицуне, или Хатбенгер. То есть такие песни мне даже больше, наверное, нравятся в плане вокала. Я очень хочу сейчас оценить текст песни Brand New Day. Что у нас тут написано про текст? А какой это альбом? Тут не написано случайно? Просто интересно. Окей, поехали. С новым днем. Тут написано. Окей. В ночи проносится рой звезд, сломались пыль и дивно светят небеса. Пускай все спят, и ночь остается одна. Как ветер в темноте, ночь будет танцевать. Вау, очень красиво. Твой зов раздался в тишине, твой голос разбудил меня. Я не хочу сойти с ума. И так скажу, что ясно всем. Время вспять не повернуть, его никак не удержать. Ты не спеши, ни вдруг, ни сразу. Ведь завтра будет новый день. Так день за днем, ведь завтра будет новый день. Вот это припев. Очень красивый текст на самом деле. Ну и как всегда со смыслом, как всегда с каким-то важным посылом к слушателям. Мне очень понравился текст, как и сама песня. Замечательное выступление, мне все очень понравилось. Наступило время для второй песни From Dusk Till Dawn. Опять-таки с красивым названием От заката до рассвета. То есть мы чисто слушаем трек. И тут написано Metal Resistance 2016 год. Metal Resistance, это, наверное, альбом так называется. Возможно. А может и нет. В общем, напишите в комментариях. Все, поехали. Слушать трек. О, так сразу. У нас будет что-то кочевое. Ну, трек располагает. Ну да. Ого. Мощная песня, все понятно. Необычное исполнение. О, что-то приближается. Припев, наверное. Ого. Ничего себе. А здесь, наверное, акцент больше идет на музыку, чем на пение. Но музыка крутая. Круто. Да, трек такой кочевый. Его где-нибудь в машине поставить на всю катушку и слушать. Очень похоже на клубную музыку. Такие биты. Гитара. Вау. Вау. Да, точно, точно. На клубную музыку очень похоже. Я представляю картину, как диджей стоит и просто так. Я даже не знаю, на что это похоже, блин. Это очень необычно. Выделяется.
Это такая более спокойная, это, наверное, уже заканчивается. Да. Вау! Очень крутой трек, то есть тут внимание больше нацелено именно на саму музыку, а не на вокал. Но вокал, тем не менее, тоже был очень крутой, просто офигенный голос Су. Интересно, какой у нее посыл? Может быть, по тексту пройтись, посмотреть, что там. С утра до ночи. Так, что-то тут... А, тут даже довольно-таки большой текст. Давайте прочтем парочку строк. Что-то должно идти, что-то должно идти. В воздухе помолись по-своему. В воздухе, воздух. Это стало лучше, не начинай медленно. Мечта петь, климат погоды, горячо, холоднее. Немного странный текст. Слезь с моего лица. Еще день после дня и достигнуть судьбы. Такие инстинкты так слабы. В воздухе. Ну да, все-таки если смотреть на текст, создается впечатление, что правда здесь текст вообще не особо важен, как и вокал, в принципе, он уходит на второй план, да, то есть тут музыка важна. Подробной информации никакой больше не указано, поэтому, как всегда, жду все от вас в комментариях. Надеюсь, вы напишите мне о данном треке побольше. Вот так быстро пролетело время, мы посмотрели целых 2 трека от Baby Metal. Спасибо, Лиз да Пес, тебе за донатики. Мне очень понравились обе песни. Обязательно добавлю в плейлист, они очень кочевые, прям мой стайл. Это было все, если вам понравилось это видео, не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал. Ну а если у вас есть возможность финансово помочь каналу или же вы хотите отправить мне заявочку на реакцию, то ссылочка на донатик будет в описании. Ну а я с вами прощаюсь, с вами была я, Оля, всех вас очень-очень люблю, пока-пока!